«Зенит» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Боруссией на своей базе в Удельной провел открытую тренировку. А за несколько часов до нее наставник сине-бело-голубых Лучано Спалетти вместе с полузащитником команды Анатолием Тимощуком дали традиционную пресс-конференцию. Я считаю, что мы очень хорошо подготовились, очень хорошо были организованы сборы, и команда, я думаю, отработала максимально то, что требовал тренерский штаб от команды, и готова к поединку, который будет завтра. Игра с Дортмундом пройдет на стадионе Петровский 25 февраля. По словам итальянского тренера, «Зенит» испытывает определенные проблемы с составом. К сожалению, из-за травм не сыграют Дани и Ансальди. Рандон полноценно тренировался, как и остальные футболисты. Он готов сыграть завтра. У Киржакова вчера появились проблемы со спиной. Он не закончил тренировку, но медики исключили возможность серьезной травмы. Надеюсь, уже сегодня он будет работать и заедет с нами на предматчевый карантин. Зато с вратарями у петербуржца все хорошо. Кто займет место в воротах в завтрашнем матче, пока сложно сказать. Вы правы, сейчас у меня два вратаря очень высокого уровня. С одной стороны, эту ситуацию можно рассматривать как проблему, но на самом деле она таковой не является. Для тренера большое подспорье иметь двух таких вратарей. Я очень доволен тем, что показывает Ладыгин, и очень рад тому, что вернулся Малафеев. Имя же вратаря на матч с Боруссией назвать пока не могу. По той простой причине, что у нас впереди еще одно занятие. Делать это до заключительной тренировки неправильно. Имя же вратаря на матч я оглашу на предматчевой установке. Остается добавить, что стартовый свисток прозвучит в 21:00.